Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Вы знаете, много у нас было в нашем эфире бархатных блуз, много у нас было вещей из бархата, но сегодня вы свои все голоса, свои все сердца, да, отдали этой, именно этой блузе. Ну, я с вами соглашусь, мне невероятно удобно, мне не хочется расставаться с этой вещью, хотя бывают такие вещи, надевая которые, мы только и ждем минутку, когда придем домой обратно, да, и быстрее их поменяем на свой домашний халат. Здесь же другая история. Блуза комфортная, блуза от бренда Lavira, а это говорит уже о многом нам с вами, да? Ну и блуза в последних трендах все-таки это бархат. Ну и, кстати, она очень интересная. Посмотрите, когда вот мы смотрим на Арину, да, издалека такое ощущение, что блуза очень сдержанная, да, вот на ней очень такой неяркий принт. Но посмотрите, стоит по-другому упасть цвету на эту блузу, и оживает бархат, и принт становится вот таким, смотрите, по-настоящему роскошным, дворцовым, да, вот это золото. То есть такая блуза на самом деле хамелеон, знаете, вот когда надо, она вас замаскирует, а когда надо представить, в выгодном свете. Блуза Авалина, которая вызывает просто шквал звонков. 4 цвета на выбор. Есть пока все в наличии. И прямо сейчас на экранах сапфировый синий цвет. Вот кто любит синие оттенки, я думаю, вот глаз отвести не могут сейчас. Да, синий хорош, конечно, в этом исполнении. На самом деле, очень любопытно выполнен все-таки принт. Вот посмотрите, вот он на синем цвете тоже. Смотрите, вот так практически не заметен. Но вот очень-очень аккуратно. Но стоит вот опять-таки света, посмотрите, прям магия какая-то. Видите, совершенно по-другому играет. И бархат становится ярче, словно бы, да? И принт становится очень насыщенным, такой настоящим золотом блестит. Давайте дальше смотреть цвета. Да, сапфировый, несомненно, смотрится очень эффектно. Бордовый цвет, обратите внимание, бархат и бордо, такое королевское сочетание тоже, да? Здесь тоже вот эти золотые, да, вкрапления смотрятся очень эффектно. Черный цвет, классический черный бархат, бархат, да, смотрится когда торжественно. Золото также у нас здесь, и я выбираю для себя цвет изумрудный, с золотыми тоже такими вензелями, не знаю, какими-то цветами. Ой, зеленый вообще мой любимый, обожаю вот это сочетание золота с зеленью, смотрится всегда очень красиво. Да, выигрышно смотрится, цвета выбирайте свой любимый, ну, какие предпочтения у вас, да, может быть, красным вы любите отдавать предпочтение, может быть, синим, зеленым или классики вам не хватает, черного. До 64 размера, фиксированная доставка 199 рублей, действует на этот лот. Предлагаю размер выбрать. Да, давайте. Мы здесь будем выбирать свой верхний по объему груди, независимо от типа фигур, потому что у нас блуза чуть-чуть уходит в трапецию. А трапециевидный силуэт, это значит всегда, что у нас в бедрах будет свобода. Здесь, кстати, еще одна хитрость. Здесь разрезы по боковым швам именно в самой широкой части бедра. Вот они, видите? За счет этого, если даже у вас бедра пышнее, чем объем по груди, здесь блузка подстроится. Слушай, ну здорово, как же эффектно смотрится. Вы видите этот эффект, да? Когда девчонки двигаются, у нас то видно это золото, то его не очень сильно видно. Все-таки ткани 21 века заслуживают восхищения, да, аплодисментов буквально. И бренд Lavira, ну, спасибо им, что они используют, конечно, в новых коллекциях. Ну, давайте посмотрим. Да, давайте на нее поближе посмотрим, она того заслужит. Смотрите, как интересно выполнено. Вот если мы смотрим на ткань в горизонталь, на ней почти не видно принта. Почему это происходит? Потому что здесь принт не просто цветом нанесен, он еще и под прессом как бы вдавлен в ворс, да, он как будто бы внутри находится. И видите, его вот так вот немножечко маскирует ворс, а вот так его сразу заметно. Но здесь, кстати, и сама фактура бархата непростая, потому что здесь еще таким более, вот, смотрите, видите, вот здесь сейчас такие переливы видны, здесь более таким вот мягким прессом еще чуть-чуть дан объем на самом бархате. Вы когда увидите вблизи, вы на самом деле удивитесь, насколько здесь фактура любопытная, здесь их две, и они очень сложные. Самое главное для нас с вами вот что. При всей этой роскоши, посмотрите, внутри это тот же самый вискозный трикотаж, основа гладкая, комфортная, гипоаллергенная, очень приятная в носке. Вот скажи же. Да, скажу же, да, конечно. Очень комфортная. Вот то, что меня действительно подкупает всегда в одежде, особенно вот такого уровня и вида, да, красивая, да, вот ее можно позволить себе надеть на торжество, будь то Новый год или свадьбу, там, замуж вы даете подругу или своих детей, да,
надев такую блузу, вы смотритесь празднично, но при этом вам настолько комфортно, я не знаю, ощущение, конечно, потрясающее, когда вы весь день можете провести и никакого дискомфорта. Это на самом деле мечта. Часто выбирая с вами торжественный образ, да, мы с вами думаем, ну ладно, я помучаюсь, потерплю. Праздник же все-таки не надо терпеть. Если вы выбираете бренд Лавира, если вы выбираете современные материалы, да, такие эффектные, настолько же они и комфортные. Это ваш выбор сегодня, вы ее заказываете с удовольствием, это правильно. 1999 рублей. А, давайте я схожу на подиум тоже и покажу, как у меня на мне сидит эта блуза вместе с брючками, которые я выбираю сегодня для себя. Они называются Амелия. Эти, кстати, брюки у нас вот со стразами, посмотрите. Слушай, ну у тебя самый эффектный образ на самом деле, самый такой вечерний. И, кстати, самый модный, я тебе могу сказать, потому что у тебя брюки не просто... такие нарядные, да, они еще ультрамодные, все-таки лампасы, сейчас главный тренд. Плюс, как бы, такой бархат, получается, абсолютно эффектный образ. А вот, кстати, девчонки у нас, и Таня, и Алина утеплились, посмотрите, на них юбка Рошель на Тане, и эта юбка на утеплителе. Кстати, хочу сказать, что таких юбок у нас есть еще два цвета, синий и черный. Соответственно, вы подберете под тунику, если хотите костюмом, можно выбрать цвет, смотрите, вот синяя юбка. Юбка, смотрите, видите, она на утеплителе, на таком как будто бы баечке такой. Это я к тому, что если вот вы сейчас раздумаете, зачем вам кожаная юбка в зиму, вот, этот вариант можно смело забирать. Ну и брюки, кстати, которые на нашей Алине, они тоже на утеплителе, брюки Инесс, с эффектной фактурой такой вот под кожу рептилии. То есть, представляете, вы выбираете вот эту блузу. К ней у вас есть нарядные брюки, их обязательно надо взять, те, которые на Алине, потому что они совершенно сегодня доступные, и какой-то вариант такой более теплый сезонный. Ну вот смотрите, прямо сейчас Лера собрала вам готовый гардероб, да? А между прочим, услуги вот так вот Леру вызвать домой будет стоить, между прочим, не совсем дешево, да? Согласитесь, что не каждый может себе позволить личного стилиста, а у вас уже сейчас есть капсульный готовый гардероб. Друзья, бесплатная доставка для вас от суммы заказа 4990 гарантированно, она действует. Блузу заказывайте прямо сейчас, торопитесь, бесплатный телефонный звонок и почти 1500 экономии. Плюс фиксированная доставка 199 рублей. Уже сказал, по-моему.